Ну что ж, вот он этот божественный, таинственный соус. Самый вкусный на свете. И я всем рекомендую девочкам, кто любит готовить и кто не любит, вот как сделать веган-пищу вкусной и насыщенной. Пожалуйста, тахини, морковный сок, имбирь, немножечко соевого соуса, специи по вкусу. И вот это божество, ну, просто может наполнить любой, как вы говорите, скучный салат, либо суп, либо любую. О боже, что здесь принесли? I want to look at this. О май гад, is it a vegan? Yes, it is a vegan. О май гад, it looks amazing, amazing. The smell of ginger. Very nice. Ну что ж, любимые, вот этот желтый, казалось бы, такой неприглядный соус, но он определяет вообще счастье всех, всех вегетарианцев. Счастье всех, кто находится у Kate Spirit в программе «Умный детокс. Коррекция веса». Ну что ж, а я начинаю вкушать то божество, которое заявлено следующее по списку. Как вы думаете, а что это такое? Вот развенчайте секрет, ваши гипотезы. Что за блюдо виган выглядит как обычный кейк? Но на самом деле это не обычный кейк, друзья мои. Я сейчас возьму палочки японские и, конечно же, проведу анализ ситуации. Это называется, когда сомелье... О, это тофу пирог, друзья мои. С чем, как вы думаете? Конечно же, с джинджер. Тофу пирог, друзья. А вы умеете готовить тофу? Если нет, то в супермаркетах он везде продается. Его можно обжарить на соевом соусе, можно на оливковом, можно на coconut oil. И сделать из него вот такой вот вкусный пирог. Боже, какое божество! Тофу пирог. О, музыка! Идемте танцевать! Все, что рядом случается, все символизирует какие-то энергии, какие-то знания, какую-то информацию. Вот собачка, которая гавкает, это дружок, который несет вам какую-то пользу. Дружок, который приглашает в партнерство. А день рождения – это радость, это энергия огня, которая скоро принесет вам благую весть и финансовые возможности, новые финансовые возможности, финансовое благополучие. Состояние, друзья мои, изобилие во всем. Вот кайфуйте просто от каждого момента. Все, что делаете, кайфуйте. Это принцип Kate Spirit. Если вам не хватает изобилия, приглашаю в наставничество. Всех люблю. Да, вот так. Вот так происходит телесно-духовное.